хорошо, я, ну, просто, ну, мать спортсмена. То есть во мне еще есть силы, как бы, бороться, чтобы вот наказать тех людей, которые виноваты в этом, чтобы не повторилось с другими детьми этого. Александра Ивановна Архипова не сдерживает слез. Чуть больше года назад она потеряла свою надежду и опору. Эти фотоснимки стали последними для 19-летнего спортсмена из Ярославля. Участник первенства России по спортивному ориентированию на лыжах Александр Архипов вышел на старт в Сыктывкаре. Через 20 минут на лыжном склоне произошло роковое столкновение двух спортсменов, в результате которого ярославец погиб. Одновременно с участниками соревнований, стартовавшими по спортивному ориентированию, на лыжню было допущено около 300 лыжников-гонщиков. И вот на слепом спуске, где лыжник-гонщик достигает скорости 50 км, он сбивает вышедшего из слепого поворота Александра Архипова. О том, что на трассу вышли спортсмены, не имеющие отношения к соревнованиям, сразу же после случившегося говорил и Следственный комитет, и Агентство физкультуры и спорта Республики Коми. Все вопросы были решены, но тем не менее наплевательское отношение тренера, наплевательское отношение спортсмена к тому, что, значит, идут чемпионат России, это самый высокий уровень, статус соревнований, но я пойду там все равно кататься. И меры на следующий день после гибели ярославца были приняты. Тем не менее, по итогам расследования виновного в гибели Александра не нашлось. Произошедшее следователи в Сыктывкаре назвали случайностью. Установлено, что гибель одного из участников соревнований по спортивному ориентированию произошла в результате трагического стечения обстоятельств, то есть несчастного случая. В действиях организаторов соревнований, студии, спортивного врача, тренера и лыжника, с которым столкнулся погибший, признаков преступления не установлено. По результатам расследования уголовного дела принято решение о его прекращении в связи с отсутствием в действиях указанных лиц составов преступлений. Уголовное дело закрывали уже дважды. Сейчас адвокат матери Александра Архипова подготовил очередную жалобу с требованием возобновить расследование. Его смерть находится в прямой причинной связи с халатностью организаторов соревнований и руководства стадиона имени Раисы Сметаниной, которые не обеспечили безопасность участников соревнований. Александра Архипова была не только заботливой матерью, но и строгим тренером для Саши. Мастер спорта, призер всероссийских соревнований, 19-летний молодой человек строил большие планы на будущее. Теперь, говорит Александра Ивановна, они никогда не сбудутся. Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День в событиях.